70-й вопрос. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон об оружии и отдельный законодательный акт Российской Федерации. Докладывает Эрнест Абдулович Валеев. С места включить микрофон. Уважаемый Иван Иванович, уважаемые коллеги, законопроект был рассмотрен в первом чтении 18 мая этого года. При подготовке ко второму чтению поступили 8 поправок, которые комитет рекомендует принять. Поэтому прошу утвердить таблицу поправок и принять законопроект во втором чтении. Спасибо, коллеги. Есть вопрос по таблице поправок номер 1? Нет, таблица поправок ставится на голосование. Включите режим голосования. Покажите результат. Таблица поправок принимается. Законопроект ставится на голосование во втором чтении. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается во втором чтении. Коллеги, нет возражений, завтра рассмотреть в третьем чтении. Нет, принимается.